Этим летом, 23 июня, под Звенигородом произошло ДТП, в котором погибла девушка, пассажир автомобиля. За рулем был Евгений Фадеев. Вместе с ним в машине ехали трое. Фадеев Евгений Сергеевич совершил преступление, предусмотренное пунктом А, части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Фадеев совершил опасный маневр поворота налево, выехал в сторону дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, и обочину, где совершил наезд на препятствие, блок, с последующим съездом в кювет и опрокидыванием. В результате ДТП одна из пассажирок скончалась на месте. Обвиняемый признал свою вину. Но учитывая, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, на 3 года. Отбывать наказание Фадеев будет в исправительной колонии общего режима. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».